Обучение сотрудников, в том числе и управленческого состава, как обязательная составляющая бизнес-процесса. Такой политики придерживается руководство «Газпромнефть» «Ноябрьнефтегаза» и регулярно проводит тренинги и семинары для своих специалистов. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Мы эффективную презентацию не просто разбираем в контексте искусства какого-то, а как ораторского, например, да, так как презентационного. Мы говорим, что руководитель, пользуясь эффективной презентацией, получает новый инструмент мотивации, о котором, может быть, даже не догадывался. Ясность изложения, заинтересованность, убедительность, компетентность и умение расположить к себе – вот то, без чего не стать хорошим оратором. Бизнес-тренер Александр Андрианов рассказывает руководителям структурных подразделений «Газпромнефть» «Ноябрьнефтегаза», как добиться того, чтобы их презентации были всегда эффективными. Мы занимаемся здесь развитием управленческих навыков, способности выстраивать правильные отношения в коллективе, правильные отношения с своими подчиненными, с руководителями, с коллегами. Я думаю, это всегда было важным. И в меняющих условиях внешней среды, внутренней, руководитель должен всегда понимать, что происходит, должен быть впереди, так скажем, своих сотрудников и вести за собой их. Одна из 16 участников тренинга – главный специалист финансового управления предприятия Марина Богданова. От двухдневных курсов она ждет новых знаний и навыков, которые помогут ей стать еще более квалифицированным специалистом. Особенно по душе то, что за эти двухдневные курсы участники семинара получают не только теоретическую информацию, но и выполняют различные практические задания. Мы работаем как в группах, так и индивидуально. Мы друг другу презентуем свои темы, доказываем их, обсуждаем. И потом снимаем, записываем все на камеру и обсуждаем, кто что сделал не так, у кого что получается лучше, и делаем работу над ошибками. Очень позитивное впечатление, очень работающая группа, нацелена на результат. Видно, что люди интересуются и темой управления, и темой развития, и темой обучения. И очень приятно, конечно, работать в такой компании, с такой группой. Алексей Попов, Александр Иванов. Новости нашего города.